Нет! Моя машина! Моя машина! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка-крошка, гусь-санек, Данила, Серега, простой человек, лог-дог, васаби-скромник, радекс. Пацаны, скажите очень крутые слова. Всем привет, Димас крутой. Ребята, давно у нас не было гонок, и поэтому у нас сегодня 9 человек и 9 классных гонок. Поэтому себе текушьте приятного аппетита, а у нас гонки на выживание. Погнали. Додик, я вместе с тобой. Ё-моё, новая машина. Ребята... Ничего страшного. Мне еще, меня еще одну подарили. Разворачиваемся. Быстрей, быстрей, быстрей. Ё-моё. Ну это белая. Белая немножко медленнее. Желтая всегда быстрее. Все, летим на все. Я вылетел с карты. Летел за чуваком на все бабки. Он нажал тормоз. А не успели вместе с ним. Я с конца начал. Я догоню. Я догоню. Смотрите, как красиво можно ехать. Тихо, тихо, тихо. Это я, конечно, перегнул палку уже. Что там, будут какие-то препятствия дальше на этой карте, да, или нет? Да. Да, это прикольно, давайте посмотрим, что там у нас там дальше. Прозрачные... Полы у нас тут. Обогнал одного. Ё-моё, я опять вылетел, да что ж такое, а? Самое начало опять ехать. Дима, ты иногда тапочку прижимай. Короче, взял другую машину, более управляемую. Блин, да что ж такое-то, я тапочек-то прижимаю, но, видно, надо тормоз нажимать, а я газ как всегда жму. Да-да-да, Серега, я, видишь, переиграл в GTA 5. Тапочку в пол жмем. Я вижу персонажа уже кого-то. Это я. Тихо, ну машина опять чуть не вылетел, но я уже в этот раз смог, удержал ее. Ого, кто-то по потолкам лупашит, это я тоже хочу. Это я. Мне понравилось, это было красиво. Догоняем, догоняем человека. Так, как же тебя выиграть? Какой стороны тебя объехать? Так, давайте, давайте. Ай, давайте, без давайте. Эта машина как кусок говна управляется. Паша, таран бери. А таран? Не надо. Да. Фига себе, он shift прижал. У него машина ускоряется быстрее, чем моя. Он тоже ведь Серегу выкинул, так что давай это. Дима, да. Толкай его. Вот эту псину, которая там взорвала, толкай. Она меня столкнула. Он на баге едет, как с Half-Life, да? Да, я опять вылетел третий раз. Да вы что, издеваетесь, пацаны, надо мной? Надо как-то тапочку сделать. А че я как рахит еду? А ты не есть рахит. Блин, ты взял карту, выбрал сам, а сам вылетаю с нее. Ребята, знаете что? Следующую гонку мы сделаем на КамАЗах. Это будет жестко, но это, знаете, будет прям на выживание, раз нас так много. Блин, все по всей карте, да, рассеялись, я так понимаю? Нет. Я не знаю, где я уже. Я тоже. Я первый. Да ладно. Я уже приехал. Пацаны, блин, из-за того, что я вылетал, я, конечно, тупо ехал. Я вообще аккуратно ехал, самый первый. Там я, видишь, что несет, то все. Ну, господи, дай мне сил с этой машиной справиться, не управляшкой. Есть, я выиграл, я пошел. Серега, может из-за того, что у тебя машина была хорошая, да? Есть, ой, я вас выиграл. Вижу, Дим. Я под вами. Второй. Все, я, короче, какой я приехал? Третий. О, я третий? Ребята, гонка номер 2. Отлично, отлично. Медленно, ого. А чё медленно? Ты чё? Нормально. А, ты думаешь, я дурачок? Не, я уже наученный. Что надо ехать аккуратно. Привет, Дим. Привет, привет. Как дела? Давай не тараниться. Осторожно ехать. Нет. Здесь можно быстро ехать, здесь туннель. Я умер. Ну да, я понял. Это ты? Нет, я оранжевый. Это тебе наказание за то, что ты плохо себя ведёшь. Наказанного. Окей, ну а теперь, ладно. Надо было машину как у нас, брат, зачем ты такую рахитку взял? Я не думал. Ну так надо было думать. Окей, всё, хотел выпендриться, доверить последний. А я начинаю обгонять. Я вижу двоих, ребята. У меня есть все шансы их сделать. Я еду 100 километров, тупо на соточке лупашу. Ой-ой-ой, один вылетел. Красиво, красиво. Это было эпично. Ну, ребят, ну что ж, вы скорость не сбрасывайте на поворотах. А хотя это надо делать. На повороте 90, пойдет, 85. Димаша, без просыпания едет гораздо быстрее.
Я знаю, я же говорю, ну я думал, хочешь, бери медленнее, мне это все равно. 120. Я хотел, знаешь, вы меня разворачивали, пытаясь обогнать, и я просто стоял ступно. А я спокойно себе еду. А кто на красной едет? Я еду. Нифига себе, ты хорошо ездишь, ты первый? Да. Надо тебя как-то обогнать, ребята. Знаете что, сейчас будет ошибка его, смотрите, сейчас он ошибется. Радекс, ты чё меня толкаешь? Хорошие гонки, мне нравится в GTA-шке, ой, в Гаррис Моде можно сюда прикольные гонки сделать. Давай улети, улети. Не хуже, чем GTA 5, на самом-то деле. Он был на реактивном кресле так поиграть. Отлично, я ловлю ветер за красным. Ой, я вижу, Димас. Максим! Хотя в Гаррис Моде нет ветра. Блин, как же красного догнать? Ну потихоньку догоняй, обратите внимание, я стал намного ближе, чем был. Давай, давай, догони его. Сережечка, я же хочу первым быть, ты же знаешь. Нет, и я буду первым, и я буду первым. О, привет. Сейчас надо мне его, знаете что, сделать так, чтобы он на повороте его занесло, и чтобы я с ним особо не тягался. Как же мне его догнать? А я вижу, пацаны. Летят, летят, вот, летят. Сейчас уходим. Тебя догоняем, Димас. Я упал. Опять с самого начала, да? Отлично. Первый удар нанес. Первый удар нанес. Второй удар. Гипс. Второй удар будет козырный. Я на тракторе поеду. Скидывай этого подлеца. Я знаю, я его хорошо догоняю. Видите, все-таки есть шанс его обогнать. Хорошо, не буду его скидывать, просто на повороте его сделаю, и все, и пусть сзади будет. Ой, господи, локдок, извини. Ну блин, ну я хочу его все-таки подписать. Хорошо жмет, ты с шифтом, да, сюда едешь? Да. Это очкошник. Хе-хе, как я. Секунд. Не, молодец, он хорошо едет, он, знаете, прям вообще молодчик. Не за что, только не толкайся. Я 120 полетел, спасибо. Я 120. Ты что не пускаешь меня? Так, не толкайся. Вот сейчас ты меня толкаешь. Извини. Есть, поехали. Ребята, что я и хотел сделать? Просто его сделать. Все, давай, прощай. Если что, напиши мне письмо. А сейчас будет финиш. Это получается, его перед финишем едет? Сделал. Это кто там на бульдозере едет? Алло. Где? Кто-то на бульдозере ехал. Ай, господи. У Паши. Это вообще трак. Кто-то на бульдозере ехал. Мы сейчас с гусем рядом едем, там бульдозер едет. А я умер. О, отлично. Это бульдозер. Димас, здорово, видишь нас? Не. А, я там кто-то есть. Давайте. Кто на бульдозере? Девайте за багажник. Я не знаю, я только что с гусем Я первый. Все-таки грузовики это мое. Ну красный хорошо ехал. Нет, я не дам врезаться. Это было жестко. Пацаны, давайте теперь вы выберете, какая машина будет. Вот, давай я выберу. Вы хотите, чтобы разные были у всех одинаковые? Как вы хотите? Давай разные. 3, 2, 1, 0. Погнали. С БТР стрелять нельзя, это нечестно будет. Это Серега. А кто взял БТР? Серега, ты же будешь последний. Я БТР. Прощай. Он нас раздавит, как... Бери машину, пока не поздно, Серега. Ого, смотрите, вот эта военная машина, она быстро оказывается? Да, ты что, не знаешь? Ну, до какого-то момента. Тварь. Догоняй. Блин, прикольно, в Гаррис Моде можно погонять, даже неожиданно. Отвали. Щина. Подними меня, пожалуйста. Самый первый. Видели, как бочком вошел? Молодец. А кто первый едет, кто? Я. Просто человек. Молодец, я за тобой. Короче, БТР-ка вы не берите. Да. Серега, ну ты такого узнал? Отстанет. Нет, прошу. Не надо, парни. Хорошо, летим. А кто первый? Я. Спасибо, что я тебя хотя бы не скину. А я второй. Потому что на военной машине это я гоню. Нет, машина, не вылетай. Баги реально просто. О, Димас, здорово. Прощай. Мне надо первого догнать. Только как это сделать? У него машина быстрая. У него баги. Взял баги. А, он взял ту, я знаю, она читерская какой-то степень, эта машина. Почему она читерская? Не, можно. Если не умеешь ехать, так не езди вообще. Я вон еду 130, нормально наваливаем, 140. О, Дима, а ты знаешь, что тут можно сократить? Дима, ты знаешь, что тут можно сократить ход всего? Да? Да, я вот сократил, так что я и сейчас впереди, по сути, всех. Почему? Я сократил путь. Ты спрыгнул, подлец! Я понял, что ты сделал! Ну это изично. Нет! Я обогнал баги, Серега, я первый. Нет!
Не, я сейчас первый. Я вас всех обогнал. Не, ну мы что, честным путем и едем, а не нечестным? Давай не толкаться, что, просто ехать. Я вообще лупашу. Я воспользовался хитростью карты, так что все честно. Нет, ты использовал этот нечестную игру для того, чтобы добиться первого места. На батарее челик какой-то впереди, это был. Это я. Комбайновский. А, нет. Дима, у меня скинка из машины вылезает, и я, короче, робопорт. Нет, Серега, нет! Молодец, молодец, гусь Санек упал. Отлично, я так лечу быстро. Или кто это? А, нет, это не гусь. Машина реально управляемая, мне так швыряет, кидает, да я все равно удерживаюсь. Ни разу не занесло, обратите внимание. Я приехал первый. А я второй. Второй будешь, когда ты доедешь, ты еще не доехал. Да, я знаю, но я пока второй. Димас, ты там еще едешь? Нет! Ребята, главное никогда не отчаиваться. И сюда? Нет! Я второй, я первый. По сути, если Серега не учита... Не, ну давай так вот, кто будет смотреть зрителей, считайте, Серега честно приехал или нет? Напишите в комментариях. Нет, честно. Да, я считаю, что не честно, надо ехать честно. Короче, ребята, последняя гонка будет самая безумная. Серега, радуйся. Давайте в другую сторону. Сейчас будет гонка, когда можно использовать любые свойства машины. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Погнали! Там кто-то ускоритель походу себе нацепил. Понимаете? Офигеть! Мне так нравится ездить. Серега, у нас что с этим ездил на жопу? Лошара. Это было просто голодо. На машине у них на жопу. Ой, чё? Извини, я не хотел. Пришлось. Ладно, я буду тихо ездить. Отлично, я первый. Кто нам побеет? Ай, блин! Только ж машина это выжимает, наверное, неплохо. А я спидометр не вижу. Ну, я думаю, 200 лупашит на изично. Я вообще 30. О, может запишем, ребята, как-нибудь ролик, где чисто будет дрэк у нас? На ускорение. Тюнинговые машины кастомные. Нет! Моя машина! Моя машина. Кто на белой машине перед оранжевой едет? Свалилась. Моя машина. Блин, поломалась машина. Блин, я проиграл. Я просто проиграл. Ну блин. До свидания. Блин, так хорошо я ехал, ребята. Так хорошо ехал. Я вижу машину Димаса. Прощайте. Я умер. Ты умер? Ну, да. Как кто? Как кусок говна. Кто хочет прокатиться со мной на этой машине? Блин, Серега, ты едешь еще? Да, я еду. Я машину поменял, говно вообще сделал там какое-то. Она скользила. Я вообще без всего еду. Дайте я за руль сяду. Я вижу Серегу. Ну что, полетели. Сейчас мы догоним их. Я никогда не отчаиваюсь, ребята. Главное, что топить на все бабки. Смотрите, что я могу. Дима, это твоя желтая машина? Без колес? Да. А ты можешь подождать меня, Серега? Да, желтая машина стоит же. Желтая машина сгорела и так что. Это моя бэушная машина, я еду за ней. Догони. Я сейчас вижу спидометр, 160. Догони. Я тебя догоню, Серега. Хорошо, а ты должен еще один кризис за эту машину пришел. Ой, меня Дима, да. Дима, сломок первого лица, я. Что, жестко от первого лица? Ну, как бы, да. Попробуй толкнуть, я тебя буду толкнуть. О, от первого лица реально жирно. Вот это скорость 200! Димас, не вылети! Вот я тут вылетел. Серега, я свою машину уже догнал. Где ты? Догоняй Сережечку. На все бабки лечу, ребята. Это самая быстрая гонка, которую я могу сделать. Короче, ты в меня влетаешь, короче, а я вылетаю с трассы.
знаешь, там кто-то врезался в машину, ударяет ее, сразу я приезжаю. Этот человек что? Меня ударил машину, я бы врезался. Ой, дай мне привыкнуть. Это Дима на белой машине, да? Где-где-где? Ты прыгнул сейчас. На белой машине. Я, короче, все. Быстро, какой же я полетел? Лечу, так быстро, ребята. 240! Серега, это ты? На зеленой? В военной? Да. Ну что, готов? Кто первей? Нет, Серега, я знаешь, я не умею. Я сейчас выиграю. Я здесь упасть могу. А, ты не топишь, да, сильно? Да, я приехал. А потихоньку. Ты третий, получается. Я второй, гусь первый. Ты третий, получается. Да, в принципе, я вот он, я просто полетел дальше. Да, что я в принципе, могу здесь это с кислинатом немножечко срезать, но не буду делать. Здорово, пацаны. Это не крыса. Обособи! Уже догоню кого-то. Я так лечу сконцентрированно. О, диван вонючий, пока. Привет. Все-таки догнал, ребята, видите? Да. Стой, чел, стой. Ты че надо? Максим, ты на диване? Да. Чел, стой, обузи туда, я хочу попробовать. Красиво, красиво. Почти у финиша. Ой, зачем? Хочу попробовать, Вот это в поворот входил, ты видел красиво как? Даже газ не бросал. Аж прилипала машина. А меня подожди. Меня врезайся. О, Максим, привет. Бум! Вот это врезались. Жестко. Серега, ну что, ты там едешь? Я уже обогнал диван. О, диван это хорошо обогнал. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики. Еще. Серега, поймал взрывчик? А я выезжал, ладно. Нет, умер.